ждем появления на поле обеих команд. Вообще, как настроение Ашот у кромки поля? Как ведут себя игроки, наверное, уже появились из скамейки, по крайней мере? Которые... Ну, пока запасные, но они еще на разминке были, все очень серьезные, пока без улыбок. И вот даже Александр Грищенко здесь, ну, пока очень сосредоточен. Пока никаких эмоций вообще. Давай отметим, что сегодня возвращается в заявку Станислав Библик. У Челябинска он был удален в позапрошлом туре. Поехали, друзья, стартовал матч. Да, такая вторая стеночка. Амерка бьет, но по центру. Да еще и не сильно, поэтому никаких проблем не было у вратаря Велеса. Считай этот матч. Опа, как мяч проскочил в Изидину в штрафной площади. Два соперника рядом. Вот теперь, наверное, можно назвать этот момент опасным. Ближний угол. Удар наносил Рустам Вазидинов. Вообще, конечно, не доработала оборона Велеса здесь. Так, Смирнов. Смирнов, здорово. Уже в штрафной. Поддержка ему нужна. Интересная передача. Удар по воротам. Ну вот, наконец-то. Хоть такой удар мы увидели по воротам. Смирнов тоже играл, как мне кажется, на грани нарушения правил. Так, Ширяев аккуратно в спину подталкивал, но, видимо, в рамках правил. Пацан контролем. Перше. Ох, ничего себе, да, Перше. Ужасная передача. А это обрез. На Смирнова бы выкатить. Смирнов, забив, да, забивать нужно. Но как же так? Во-первых, да, отметим ужасную передачу Першина. Перше привез этот момент. Сократил угол обстрела Задирака. Шикарно сыграл. Галка на правой передаче не прошла. Дальше Петр Тем. Здорово. Вот хорошая позиция. Удара нет. Вот сейчас удар выше перекладин. Ну вот, да. Смотрим повтор этого удара. Чуть пониже, да, мне кажется, не спас бы свою команду Шитов. Опять же, слишком много мы говорим в сослагательном наклонении. Повторяю темп передачи. Кто пробьет? Удар очень нужен. Удар следует. Вот, здорово. Удар в створ. Задирака реагирует. И это момент голевой. Нужно забить, да бог ты мой, как ты не забил? Колени падает Александр Грищенко. Магомадову в концовке все-таки было непросто. Вот именно в концовке мяч скакал и... Но просто не отдали передачу. Вот здорово! И снова выше ворот. Ну, повтор как раз смотрим. Это комбинация. Опять же, в одно касание разыграли. Вторым касанием удар был нанесен, но выше ворот. Вот все правильно, все четко. Но не точный удар. Пройти один в один, мяч уже штрафной. Передача на Померка, Померка, позиция неплохая. Померка навешивает удар. И гол! 1-0 Челябинск. 91-я минута. Что получается, второй матч подряд. Да, они вырывают победу буквально на зубах. И очень близкие игроки Челябинска, потому что первую победу одержают на выезде. Да, так и есть. Першин с передачи Померка. И как же обидно Велесу. И... Шитов вроде бы уже пятился за мячом, и удар-то был не сильный, но предательски точный, прямо под дальнюю штангу. И Челябинск выходит вперед. Вадим, мы с тобой говорили, что в этом матче что-то должно случиться. Да, Шитов мяч не дошел. Ну что? Все, друзья, победа! Победа Челябинска 1-0, минимальная. Станислав Библик эту победу команде гостей принес. Мы отправляем Ашота Шакаряна на интервью. Большое ему спасибо за репортаж.